На драконе в центре никто не стоит. Это для галочки. Мобов никто никуда не отводит, сразу свечиц убивает. Танк у нас один. Трал, ставь рыбку, когда бежишь. И маги, поставьте, пожалуйста, столик бесплатный. Рыбу кушайте. Нажмите на столик. Возьмите, кому надо, булки. И рыбу кушайте. Никита, ты опять поменял себя? Шмот? Нет. Ну что, ты же не огненный был. Какой-то другой был. Так это ПВЕ, шмот, а был ПВПшный. А. Тут про это, что ли? Вармак. Потерял уже. А, ну да, да. Сулран. Понятно. Маг. Ладно, ничего страшного, без него поймем. Никита, в метке стоишь. Хорошо. Все, запулил. В центре никто не встоите. Лунатанк, соло. В луже тоже не стоите. АДК кулак дайте. Паладину бафы раздайте свои, в центре никто не стоит. Миша, не метка, ты где? Акул, лаг, по ДК дайте. Паладины, дайте кулак уже по ДК. Далее он пишет. Нет. Я типа вижу кулак на ДК. Ну, сейчас каски нету. Вот, сейчас, да, сейчас нету каски, есть прото и кулак. Ладно, ничего страшного, сейчас разрулим следующий. Кукич, подними Аку. Охуенно. Отдыхай тогда, Аква. А шо, так можно было? Ну типа два раза пацан умер, что делать? Я шучу. Хотя, вестник, подними его. Пускаете уже? Нет, еще три только, еще будет одна. Вставай. Что ж вы дохнете-то все? На полу-то есть? Есть. Все, выбежали, приготовились. В центр встали, спускай, дистанцию взяли. Геру сдали, переводим. Или не переводим? Не, не переводим. Ничего страшного. Друид не знает, что делать. Ребят, вы говорите, если вы не понимаете, что здесь делать. Костыги к этим маленьким, чтобы они не ложили всяких кукичей. На пулы сдавайте, дистанцию возьмите, не стойте впритык, чтобы вас не клил в луже, не стой, хвалипал. У кого пет опять АФК? А, да, кстати, необратим, у тебя пет АФК. А чё он АФК стоит? Ну, дракон улетел, а пет остался. Он дебил, блядь. Извините, он у меня просто, блядь, новенький. Да понятно, мы поняли. Бед новенький. Умный чуть-чуть. Ну, приемный. Ну, если что, Никите пишите, он заберет и ваших петов. На всякий случай. Кошку могу отдать. Тебя, да, мы?
кошку могу отдать. Чихуахуа еще есть. Хорошо, что они детей лишних хотят отдать. Минута молчания, когда речь о детях пошла. Сразу задумались. А у кого они есть, да? Да. В одну смесь, мы эту в личку написали. Что, от тебя хотят детей? Нет, все хотят отдать. Детей? Не только. А что еще? Почем, блин? Оценивала, договоримся. Не спускай, не спускай пока, подожди. Все, давай спускай. Танк на изготовочку. Добиваю 8%. Перед мордой не стойте никто, танк один. Нихуя себе. Это поворот. Я думал, что-то на 40 она. А нам хватит ДПСа в одного танка? Да, конечно, он замерзнет и все, что делов просто ходить не сможет. После дыхания он может прожать бабл и снять и как бы обратно. Это ж паладин. Ой, блин. Убили. Ура. А что это за ачивки посыпались? Ничего не пойму. Опять говно падает одно. Понятно. Дробежку рольте. Это из-за расы, наверное, у них ачивки пропали. Угу. А, может, да. Точно. А так они все умеют. Мечик. Рога, да? Рога, да. Ага, необратимый забирает в роге. Кольчуга, я так понял, шаман, да? Третий спек. Есть кто не знает, как бить разрушителя в Хэме? Сейчас кратенько объясню. Все признались. Конечно, помним, сейчас все скажем. Танк у нас будет один, появляется искра, в искру все свечуется. Дальше. Желтый дебаф выносится в звездочку. Рейд стоит плюс-минус в кресте. Ну не сейчас, конечно, сейчас вы не бежите. Черные лужи выносятся из рейда. Метки приблизительно поставил. В общем, что здесь происходит? Кидается желтый дебаф. Желтый дебаф дамажит всех. Вы выносите его в звездочку под левую ногу. Появляется искра, танк даунтит или ДКшники ассистят и помогают забирать ее. Она моментально должна убиваться. Дальше появляется черный дебаф. Это лужа. Если вы ее разольете в рейде, это шот. Поставьте рыбку. Вот. То есть вы. На вас появился черный дебаф. По окончанию, то есть вы выбежали плюс-минус из рейда. Остается 2 секунды ее тика. И вы начинаете двигаться. Потому что если вы не будете двигаться, будет прок лужи 2 раза. То есть лужа появляется под вами, вы из нее выбегаете и возвращаетесь обратно в рейд. На первой фазе лучше, естественно, искр не будет, но вы все делаете так же. Выносите, в стороны все делаете, чтобы я видел, что вы понимаете, что делаете. А СС кому кидать? Сейчас рыбку поставили. То я что-то не вижу. Локи камни поставьте. Что касается СС. Три ходки кидает Аква. Необратимый кидает Кукичу. Ну и коноплянка кидаешь. У Мелинда можешь встать? Хорошо. Значит, необратимо кидаешь Вестнику. Я уже Кукичу кинул. Я помню. А я тебе кому сказал, ты кидаешь? Никому, ты сказал потом про Мелинду и все. И три ходки кто-то кинул уже? Три ходки Аква, Кукичу необратимо, и дальше ты не говорил. Ну, значит, коноплянка кидаешь. А, у него есть уже, да?
Нет, у Кукички... Или есть? Есть. По вестнику смерти скиньте. Угу. Смерти. А я не дочит. Ой, это те ники. Кто готов, крест встали? Рэм, иди сразу Агри. Ставь его. Никто не бьет, пока он не поставит. На пулы пошли, ставь. Играйте спокойно, бурсты не надо сдавать. Коноплянка выбежал. На тебе не желтый дебаф на будущее. Да, я уже увидел. Ага. Что, я жару лагает немножко. Под... А, угу, молодец. Слав, тут бомжи, если чё. Сердце играем. Крейт, РДДшники свичнулись назад, убили бомботов. Всю хуйню вот эту. Бомбот сейчас в рейд взорвется. Пизда рейду. Прохил. Нормально. Играем в разрушить. Просто играй. Вар, вар. Звездочку. Понятно, стой там. Стой там. Заберите искру, в искру поехали. Кастеры тоже. ДЦшник выбежал из рейда. Молодец. Мелинда вышла. Звездочку. Угу. Гимн сдал. Прохиливаем, прохиливаем. Звезды. А, искру. Искру играем. Скоер вышел. ДЦ, ДЦ, выйди с рейда. Угу. Кукич. Я грипну, Слав, я грипну. Нихера себе. Геру сдали. Прохи. Вар, вар. Стоишь, ждешь. В искру свич. Войд. Чё? Ну я анонс просто. А. Чё? Чё-то есть какие вопросы? Мелинда? Войд, сдай на хп. Искру. Хорошо. Не туда, не в звезду. Ага. Мишань, ты не видишь, что мой пет вообще дерется? Не вижу. У тебя собака? Нет, у меня монстр. А, да, дерется. Искру. Так, ребят, сейчас потом друиды под раскаты сдадите. Все транквилы сдали, друиды транквилы сдали. Там потрясно так-то пизда было. Хорошо, остался ДЦ у нас гейм. Ты можешь по бомжам пройдемся? Так вы же сдавали их. Я один их давал. Ну сдавайте бомжей, конечно, что вы. Сул, выйди с рейда. Бар. Это черная лужа, нужно бегать. Далеко не убегай, чтоб тебя хилили. Хорошо. Рэм, нормально, нормально, все, искра. Раскаты, прохиливаем гимн, дай ДЦ. Все хорошо, Мелинда, выйди с рейда. Беги, беги, успеешь. Хорошо, выходи сразу, лужи, говорю же, нужно бегать, двор. Угу. Это звездочка, так далеко не надо убегать. Выскру. Раскаты прохил. Молодцы.
За робота и двор искру стреляю в упор. Искру убейте, искру убейте. Владик, ты никогда такие цифры ни на ком не давал. ТПшкайтесь, идите чистить трэш, сейчас ролл будет. Кольчуга рольте? Я так инхаста одену. Латы рольте? На офспойк, конечно, рольте. Ребят, танк есть, хилы есть. Польте, поехали польте. По трэшу. Присты диспельте все, что диспелится. Да все диспелятся. Ткани рольте. В ремонтников играйте, косты кикайте. Шея уже будет за ГП. Рольте шею, 10.39. Нет, двор нельзя. Никит, право, забань. Где цехенер? Руны не бафают. Может, все-таки бафают. Спасибо, Миш. Ну, он рогу бафнуло. Но рогу здесь все это... Рогу-то бафает. Двор, в следующий раз пиши, на кого ты ролишь. У меня не руна бафнула, блядь. У меня просто рог, блядь, бафнул. О, Владик, здорово. Привет, Владик. Здорово, здорово. Батюшки. Чтобы он загорел, надо, чтобы он сдох, как мусор. Не, надо, чтобы, блядь, меня не оклеветали, сука, здесь. Руны там бафают, нахуй. Влад, научи напуливать. Хорошо, блядь. Записывайся на сеанс. Давай сразу налево, аккуратненько, стражи. Я блокнот и ручку. Владик тебя научит всему. Владик меня всему научит. Аня, научишь за мага играть? Да. Встретимся сегодня. После Они. Да, конечно, встретимся. Как же иначе? В горожане? Так где угодно. Ты пойдешь с ним в Каражан лежать? Скорее всего, да. А Владик? Нет. А Владик пойдет... Чтобы Аня куда-то не пошла и с Олежей, это надо, я не знаю, что бы случилось. Во сколько Каражан? Мне волку нужна башка. В череп играем, крест-бан. Крест-бан. Во сколько Каражан? Это к Бандюранду. Он даже не знал. Не бафает руны, что столько. К Бандюранду, во сколько коража? Ну, ребят, да крест забаньте уже. Ой, бля. Локи, алло. Я забанил, его перебанил кто-то. Да, там, если что, стан работает, когда моб кастует, он сбивается станом. Это хорошо. Ретриков миллион. Угу. Ну, почему-то двор сдох. Локов тоже миллион. Мы будем в ХМ закрывать, да? Да, в ХМ попробуем. Ты серьезно? Ну да. Ну давай. Блин, я ходила как-то на локи с пугами, мы с пугами закрыли в ХМ. Я в шоке была просто. Потрясный, умеешь таунтить? Я умею. Хорошо, ты тогда затаунтишь. Орлобан, надо спекнуться в танчик. А в общем, короче, объясняю, как убивается это все в хэме. Первым мы будем заливать буревестник, ставлю череп. Дальше будет заливаться крест. Маги с креста снимаете щит, рыбу ешьте. Третий убивается сталилом. Дальше. Орлобан у нас будет танчить буревестника и крест. По лесу, если слышал. Хорошо. Рэм, ты танчишь сталилома.
и сам же диспелишь себя эту фигню. Водить умеете? Его отвести от основных, да? Да, мне кажется, он будет кидать на сталелома. Ну, немножко отведи, разведи их. Ну, плюс-минус, сейчас метки поставлю. То есть, допустим, в кресту ты танчишь сталеломы. В луне мы бьем, грубо говоря, блять, остальных. То есть, вот так вот, плюс-минус. Чтобы, если что, недалеко бегать. Здесь будет появляться синяя лужа. В синей луже хилам не обязательно стоять, так как она бафает только урон. Кастеры и мелики стоят в синей луже по возможности, и босс подводится. Дальше будет зеленая лужа. Нужно будет рассасываться максимально быстро. Это все будет анонситься. Также никто не должен умирать. СС-ы раскидайте, если они спали. И, пожалуйста, кулаки и бафы раскиньте уже. Ребят, 5 паладинов. Если я буду назначать, половина слетит сразу. Просто пусть они полипавер уже становятся и путаются. Возможно, у меня просто не хватает строчки, но, по-моему, креста нет на шаманах. А, нет, вру, есть, все, вру. Камушки все взяли. Геру никто ничего не сдает. Без Геры убивается череп и крест. РЧ-шечку. Просто пробуем. СС еще 3 минутка, да. Ну, киньте, киньте, если что. Так, все готово, танки разбирайте. Играем в череп, если что. Дайте танки поставить, не влетайте сразу. Хорошо. Сейчас череп. Играем в череп. Хасты ему кигайте. Синий ложи выведи. ДК, все хорошо. Еще немножко все хорош. Играем. В ложу кастеры, милики, забегите. Дэн, а что это за желтая дрочь, видишь, вокруг ложи? Это вольперы. Это вольперы. Хороший баф. Она там, короче, увеличила, да, урон, по-моему, исцеление на сколько-то там процентов. На 6%. Я, кстати, пока не буду билку с вами менять. Я так посмотрела, они там особо ничего... Выводи. Не убрали. Да не самый красивый сервер. Играем в крест. Щит, щит. В руне стоит. Уже. ДК, выведи, ДК в руне стоит. Немножко. Выведи немножко. Все хорош. Стоит, нет? Да вроде нет. Нет, сходит. Лужа пропадает, рейд рассасывается. Разбежались, разбежались быстрее, быстрее. Хорошо кинулось. Похиливаем. На край лужи можете встать, кто шарит. Чтобы не било дауна. Мы будем стопать, да, я так понимаю? Да, 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 да. Стопнули дамаг, стопнули, рассосались, стопнули, рассосались. Рассосались, стоим, ждем лужу. Добили мастер рун. Брат, выйди с рейда, квадрат, выйди с рейда, квадрат. Гим дал, прохил, прохил, блядь. Добили быстрее мастер рун. Прохильте рейд. Таунти. Кинулась? Нет, у меня рем залетал. Его, пожалуйста. Все, ложимся. Слав, ты залетал? Да, он залетал. Ну что скажете, еще драйм? Да мы его убьем. Ребят, вот у Рэла ДПМ хороший, он кидает на вас метки. Если на вас метка, вы с дебафом. С дебафом выбегаете из рейда и друг от друга. Только так, чтобы до вас доставали хилы, это важно. Не выбежали, положили рейд. Все. Починить сам начать. Да блин, с таким уроном грех не закрыть, конечно.
Хрен. Да, там, типа, по меточкам Дэна лучше еще раз продублируй перед пулом, просто плохо все сейчас было. А, сори, да, когда ты за стрелом запустился, я притаунсил по привычке, вижу, он цель поменял. Да там все равно он на лужу забежал, там прям шокнуло бы его. Да, у меня что-то тапок нет. Ребят, там в календаре есть горожан, если хотите, подписывайтесь. Кто там хотел сходить? Я один не вижу горожан. Этот календарь только для тебя отображается. Ты не можешь создать, Ань. Создать вам на сколько времени? Да, создай, пожалуйста. На сколько? 19:00. О, как. Дэн, 6 ты, ага. А что мне Лев вчера втирал, что я могу создать? Не знаю. Так, давайте ставьте рыбку. В принципе, все нормально, все хорошо, все люди пощупали, посмотрели, что происходит. С лужами тоже разобрались. Метки, ребят. Вот на ком кидается метка у вас, вот около Альянса, там, где премиум, випки вот эти вот. Появится такой дебаф. С ним нужно отойти от всех своих близких, как говорится. И просто стоите, чилите. Если можете бить, бейте. Если не можете, лучше стойте и ждите. Поставьте рыбку, Тролл. Кушайте рыбку. Так, все молодцы, на самом деле. Если посчитать то, что многие без фласк еще вдобавок. Ну, можно даже бурсты в сталелома отдавать, потому что ДПС хороший. Есть кто-то богатый с сердоликами? Есть богатый с сердоликами. Я в руканя поменяй. Раздайте уже нормальные дебафы. Ой, бафы, блядь. Кулаки, наконец-то, там, я не знаю, кому кто вечно просит. Яды свои проверьте. Шаман касочку просит. Давайте, ребят. Секундочку. СС раскидайте. Я кинула на вестника также. Ждем коноплянку. Я тут. Все, побежали. Касочек. Также играем. Дайте поставят. Дайте поставят крест. Крест. Дал, трал. Выводи. Щиточек. Один. Хотя, когда ты 5 появится, еще больше, да, всяких луж будет. Угу. Очень не скоро. Просто сезон луж будет. Весь рейд рассосался. Рейд рассосал. Крест аккуратно играйте, будет зеленый лужа. Спокойно бейте, на дистанции. Сейчас будет. Не забегайте. Синие под моим под большим. Выбежали. Бафом, люди, с дебафом, осторожно. Встали в синюю, поднимите павших, ничего страшного. Могу встать сам. Вставай. А, там лужа, если. Ну, вставай, если можешь. Блин. Подними, Кукич, подними Элема. Разбегитесь с дебафом. Ну, авара, я думаю, пусть полежит пока. Ну, на Хёнер дебаф, Хёнер. Разбежались. Смотрите, в кого дебафли ты. Хорошо. Шаман опять умер. Да меня лужа придет.
Все, не поднимайте его, значит. Бля, мы, понятно, играем. Гера убьем. Убирай слав, слав. Гера, 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 Шам, Геру сдай. Все, играем. Фулбурс. Лужа есть или нет? Нету, нету лужи. Следующий таунтит кто? Кто умеет таунтить еще? Да похуй, пусть на танк. Пич может таунтить и в мишку прыгать. Разбежались. Разбежались. На ком дебаф. Ничего, кинется на танк, ничего страшного. Да люди упали уже. Не-не-не-не, хуйня вся. Тут надо хилов чуть-чуть дрочить. Ложитесь, да. Бабочки убьем. Рейд падает, прям сыпется. Владосик, не в потрясном дело. Тут, ну, хилы типа какие-то не сильные не были, им опыт нужен на собрании выхиливать. Да куда столько хилов, ты че? А бить кто будет? Да не, двор. В обычке убьем. Ничего страшного. Алгалон впереди. Конечно, время, чтобы не тратить. Плюс не забывай, что мы в 24 пока идем. Сейчас, может, хитрый пойдет. Вот с хитрым еще можно попробовать в хейм. Он отписал тебе, да? Да я ему сам написал. Ну, хитрый за четверых там ДПС даст под этой руной, под бафом, точнее. Да-да-да, ставьте рыбку. Давайте еще разочек попробуем. Погоди, ты ж, он еще ничего не говорит. У нас Саурфанк офф. В смысле он офф? Он ничего не писал. Ну, он офф. О, хитрый с нами, значит убиваем в хэме опять. Поставьте шкаф. 4Т4 лучше. Ну, в каких-то случаях 2. Хитрого сумоним. Рыбку сразу кушайте. Убиваем в хэме опять же, пробуем. Тогда я думаю, двор, давай в хила. Сейчас еще с одним танком поговорю. Если он тактики знает, возьму его вместо Сурфанг. Это второй раз, и я могу забрать дебаф. Все, я возьму протика, значит, Орлобан, давай. В ДД. Ну, может, первый все-таки я опять спизу, я страусу за анонсу, куда забрать второй. Он просто без войса, как обычно. Он когда-то разговаривал вообще? Да, я его один раз слышал. Да? Я думал, он как Саша Артон, блядь, тоже. Подожди, Дэн, а кого мы? Страуса и друга, да, его, по-моему? Или кого? Чего? Друга? В статике два было, два кентафурика. Либо Страус и еще кто-то, либо Артон и еще кто-то. Не харасит точно. Которые все время молчали, и потом один раз мы их услышали. Харасит.
Да, по-моему, с Ваней что-то было связано. Ты его смотритель настолько заебал. Сейчас он переоденется, возьмёт. Ваню? Харасит-то, что он наш поговорить решил. Да хер его знает. Они вообще очень интересные два парня. Я не знаю, что они не разговаривают. Сейчас в ДС зайдет. Напомни ему, что делать. ДК, ты сидел, по-моему, на кресте и на черепе, да? Ань, тебя там ляля потеряла в белом чате. Пусть хитрый затаунчит. Ляля в белом чате потеряла. Хитрый, ты первый таунчик. На скилле, как говорится. Когда с него хитрого затаунчивается, на нем появится какой-то дебаф или что? Да. Не, хитрый. Ну, короче, он, когда умирает крест, он таунтит, кидается на хитрого дебаф, и он притворится мертвым, наверное, и босс на тебя полетит, я не знаю. Не ретаунти все равно. Я ретаунтил, когда таунтил. Сейчас ждем паладина, пока я не знаю, что. Кто готов за ворот, конечно, зайдите, далеко не забегайте. Но хитрый, ты таунтишь стрелома, когда он один остается. Ну то есть, когда того добиваем второго. Ну как в хэме, ну как обычный страус. Все, танк зашел, он здесь, танк, смотри, ты танчишь череп и крест, убиваем в хэме, ты их держишь в луне, короче. Выводишь хорошо, с лужами и так далее. Кстати, выйдите, наверное, с рейда, там дебаф на сталеломе, выйдите все с ворот. Выйдите, сейчас по-быстрому умру, скину дебаф, поднимите. Выйдите все. Ресните, если что. Угу, все, заходите, поднимите, пожалуйста. Да, рэмку выхавали уже, да? Да, поставь, если есть. Ставлю, давай. Переешьте, он, наверное, элитный ставит. Да. Ой, спасибо, какая вкусная рыба. Ом-ном-ном. Да, вестник 6 хил. У нас 2 хила слабеньких. Даже 3, наверное, не знаю. ДПС туту ему будем, братик, не переживай. Перебафайте, пожалуйста, приста. Так, давайте готовность. Так, сейчас, секундочку. 20 секунд. Давай. Рыбы все, надеюсь, поедут. Да не, Милин, там не хватает на третьей фазе, у вас люди сыпятся просто. Ждем протика, сейчас он тут начнется. А чё такое, воля орды какой-то дебаф висит, или? Чё за дебаф такие? Все, я готов, в принципе. Ну все тогда, давай, пошли. Мы тоже готовы. На ком дебаф? Урки дают, а. Так, я в луне танчу, да? Да, да, ты танчишь крест и череп. Играем в череп. Череп забери. В череп играем. На пульте, пожалуйста, на нём. Выводи синие лужи, немножко выведи. Еще. Забери, босс, по рейду ходит. Короче, только ложимся. Промах, ложимся. Блядь, ебал, блядь. Таунтом. Подойдите все к воротам, ложимся, будешь в ретрике. Мишаня, а куда ты пета направлял?
Давай еще раз попробуем. Я же говорю, что-то промахнул. Не, да. у меня пет просто влетел. А в кого он там влетел, хуй знает. Понятно. Не вставать. Меткости нет. Значит, меткости нет, все правильно. 6,6% меткости. Мало, это мало. 8 минимум. Ну, если символ не поставил, мы же добиваем. Масрез будет, да? Ну, я не знаю, кого-то есть это, чтобы сдать масрез. Да, есть, по-моему. Рэм, сдай масрез. Потрясный, а потрясный. И чё, орк-пушка? А чё, вот этот ром не может соло затанчить? Вроде нормальный танк. Это там по пол хп им будет оторвать, а сталилом плюс проки, там жестко. Плюс троих ему держать, извини, мне это сложно будет. Сколько у вас ауе ретрики будут давать? Ну, пацан скорее вроде в худшем гере это танчил, чем я. Угу. Но ты вытанчишь один, ты уверен? Ну, извини, но меня, там люди... меня одного. Два хвоя липала, как раз две частицы в меня и все. Поставьте рыбку. Кушайте рыбку. А, паладин, спекайся в ретрик, а ролобан в танк. Не надо ничего придумать, убьем по старинке. Давай попробуй еще разок танка, мне? Не надо, не надо. Хорошо. Двор, нет, ты в хиле, это все нормально. Ты в хиле, это не тебе. Поставьте рыбку. Ешьте. Понятно, блин. Та и дороже, как говорится. Следующего РТ будем уже ставить. К стене людей. Бафы раскидайте. Рыбку, надеюсь, все поели. Орлобан уже спекнулся, молодец. Давайте вам нормального поставлю, чего вы, блядь, слабенько-то хаваете. Давай. Давай, давай. Мы не против. Не против. Касочку крест шамиком. Как подкатить к девочке, поставить рыбку? ПКшную. Получается целый лосось. Тогда Юрчи, все то же самое. Каска, крест, шамом. Паладин, разбафайте вас 6 штук. 6 паладин. Да все есть, они вам говорят. Все, все готовы, давайте танки. Не бейте, дайте поставить. Поставить, давайте, давайте танки. Коноплянка, а зачем ты била сталилома? Ой, извиняюсь, я не успела спекнуть, как он, блядь, мне уже. Кукич, коноплянку подними. Ложь. Кукич, подними коноплянку. Выведи, они на лужу. Охуенно я, блядь, шмотки переодел, а, блядь, спек не спекнул, блин, у ретрика, блядь, ебашу в танке, охуеть. Ебаш, что я скажу. Понятно, Купич не слышит, вестник, коноплянку подними быстро. Спасибо. Рассосался, рейд? Ну, ебаный в рот, блядь. Сука, он мне выебал. Разбежались, разбежались. Кукич, подними, нихера себе. Рассосались, держим дистанцию. Сейчас будет руна одна и руна вторая сразу. Вот сейчас. Ждем, ждем. Все нормально. Разбежались на ком. Прохил. Выведи немножко в луже стоит. Прям себя не стеснял. Страус, проанонси в рейд хотя бы в чат, когда таунтить босса.
когда ты будешь умирать за пару секунд. Стопнем сейчас. Стопнули, дамаг, рассосались. Гем на хп дал. Рассосались, не бейте. Ждем синюю лужу. Играйте спокойно. Но не убивайте. Хорошо, убиваем. Выведи. Забирай. Забирай, Рэм. Все в лужу встали. Геру сдали. Ребят, сейвы, прожимки, камни, всю хуйню эту нажимайте, не стесняйтесь. Разбежались. Да, сбежали. Статически, коноплянка, отбежали. Миш, забирай. Ретаун, Слав. Все нормально, бьем дальше. Прохил Рэй. Успеваем. Молодцы. Идите трэш чистить. Все, Дэн, статику быть после такого. Молодцы, ребятки. Не, определенно НХ-100 один. Дэн, а вот этот диск, это что, проходка на углу? Да. Паш, развернись, тресни, пожалуйста, в углу лезу. Слева от тебя. Ага. Идите трэш чистите. Спасибо. Сейчас разролим все. Двор нет, все, в ретрик обратно. Кольчугу рульте. Влатосик, тебя хуй поймешь. Ты жаловался, что падает только кожа с собрания с ХМ, а теперь ты жалуешься, что... Элема, холи палы, рульте, кому надо руки. Фионер, ГЦ. Плечи. Руки, да, сейчас. А вот это можно. Холи пала голова. Био, дай на тойду. Давай, ретрик тебе надо? А это холи пал ролил, если что. Ну тут видишь, ретрик тоже не ролит, он говорит, ничего мне не надо. Диск рольте. Синдром ГЦ. Шею рольте, ПГП уже будет. После рук перекурим. Три хватки ГЦ. Синька в трупике. После рук будет перекур. Поэтому быстренько руки убиваем и нормально. А тот, что паладин, спекнись в танка. Поставьте шкаф с амунем. Так, павшие были, наверное, рыбку поставьте. Что по танкам, объясняю.
Орлобан, ты в танке, надеюсь? Нет, я спрашивал, в танке или нет. Или в ретрике мне. Ты в танке тоже. В общем, Орлобан плюс Рэм танчит грудь. Самогон, ты танчишь, естественно, трэш, под рукой стоишь. Понял, хорошо, да? Угу. Ну а дальше весь рейд рассасывается, дистанцию, лучи выносятся не через рейд. Все прохиливает, все легко. Кастеры свечиваются, естественно, в трэш, милики сразу в грудь, все бьют правую руку. Поставлю на нее метку. Рыбка. Ешьте рыбку, конечно. Да, ей лосось. На, Соня. Да ладно, можно недорогую, в принципе. Зачем? Аня, что ты мне за лосось дашь? Никита, ты в ЧС пойдешь. А когда мы вчера сидели с тобой, или позавчера, ты совсем другое писала. Ну, женщины переменчивые, что ты хочешь. У тебя тогда месячные были? Это просто мы с тобой наедине были, а сейчас нас слушают другие люди. Все, тихо, тихо. Пристабав, дайте, пожалуйста. Да и верчи. Танки по стакам там сами разберетесь. А дайте кулак по ДК, пожалуйста, и каску по ДК, пожалуйста, если можно. Если нельзя, то похуй. Аква, пристабав. Милики до трэшева, играйте в правую руку. Все, танки пошли. Пошли. В правую руку все играют. Дистанцию рассосите с ним. Прохил рейд. Пета сейчас вообще ловко встали. Луч, нихера себе. Хорошо, мелики в грудь, быстрей. Танк трэш. Паладин! Заберите трэш. Паладин, ты чё, угораешь, что ли? Кастер, трэш убейте. Прохил рейд. Бьём. Кукич, подними скоэс. Просто таунты опасно нажимать. Если нажмешь таунт, блядь, можешь босса перерядить. Ты стой всегда под рукой. Рейд, стоишь под рукой. Вылазит мобы, разливаешь лужу, кидаешь в них щит. Вот все агронтим. Дэн, Кукич, КД минута. Местник, КД минута. Три ходки, подними скоэс. КД 10 минут. А, он же меня поднял. Ну, держитесь, хильтесь. Все в руку опять свичнулись вправо. Не, что с петами? Беги, малышка, беги! Танк, паладин, вот видишь, где милики стоят? Ты там должен стоять, а не там. Я все стою там. Прохиливаем. Трал упал. Что, серьезно? Через гимны, а что делать? Через сокру. А я в руке. Я в руке. Понятно, сейчас выебим. Дайте ему агро на трэше набрать, у нас на пула нет в виде ханта. А еще в миле мобы, ой, бля. В грудь поклевали немножко кастера. Добейте грудь. Затаунтите. Я в грудь, все. Это пиздец, ребят, я лох. Говно. На тоненького прям. Все, паладин, обратно в ретрик. Сейчас разролю, можете перекурить. До 10 минут курить, кому ничего не надо. Ткани рольте. Сразу первый, второму пару лавдам. А нафиг здесь портал, куда вам подниматься, идите да починитесь. Меч рольте.
Все, перекур до 10 минут, чай, кофе себе сделайте, плюшки, уюшки. Отдыхайте, в общем. Дэн. А это рейд уже чисто гильдейский? Это же спугает. Да, да, гильдейский. Не знаю, ну, тут есть. Один маг только, но он вне гильдии. Угу. А ты за этот рейд ЕП начитать планируешь? Мы уже все со Славой договорились. Мне тоже интересно теперь. Все к Славе. У нас перекур. Курилечка. Пойди, ладно. Владик, ты еще не заслужил лут. Ну да, мне на анхолика тут ничего не надо. Не, ну хотя, если только двуручка с Везекса. Ну если я ее выролю, я тебе дам ту. Понял, ты. Так, арчешечку. Кто у нас не курит, сейчас узнаем. Все куряки. Все хилые куряки. Чё ты, Владик, приоделся хоть? Орлобан, это КД? Нет. Это КД? Нет. Со следующего КД уже точно все вам скажу как. Чё? Ну пусть пишет. Что касается статика десятки, люди в приемной, которые в гильдии, здесь нету у вас звания, то есть отпишите в приемную. И левел, спек, там, всю вот эту фигню. Вам дадут звание, потом вы, здесь есть канал статики, там вы пишете, кто вы, что вы, ищете статик, вот это все дело. Владик уже вчера порейдил. То есть приемные отписали, я вам дал звание и можете писать в статик. Звание мут. Мут. У меня единственное, что ли, звание мут здесь? Да. Даже в дискордике. Не, в дискорде-то у тебя не мут как-то. Есть, в смысле, смотри. Это special for you, понимаешь, звание, типа. Мы все, блин, мы все взрослые, но кто-то маленький, то есть. Так, давайте РЧ-шечку. Хилы прям спят вообще по полной.
ужинают, наверное. Не, а вот если серьезно, Дэн, если ты мне чуть-чуть подцепишь Скарагер, я соберу статик сейчас десятку, потому что, ну, Броча хочет меня видеть на ханте в десятке, а я рот ебал Броча из-за этого. Ой, я тоже рот ебал. Хилой, просыпаемся. Короче, смотрите, мелики играют в череп, кастеры играют в крест. Где танк? Два танка пошли, паладин тоже. Разберете, кто кого. Разверните. Угу, молодцы. Кастеры играют в крест. Мелики играют в череп. Владосик, я только за. Помоги собрать и ходи стабильно. Два мешать соберем, кстати. Ну, если время будет ближе к сибирской ДВшному, я бы пошел. Это же ДВ, блядь, 25-ка точно. Но тут не все ДВ. Тут некоторые могут и вечером ходить. По черепу урона нет. Кастеры, свичнитесь в череп, все свичнитесь в череп. Череп заливаем. В смысле, хантов обидели. Ну так на выходных, Владосик, ну вообще без проблем. У меня суббота свободна, воскресенье свободно. Все, все встаем. Не, сюда бежи наверх, поднимаемся, пету своих убираем оттуда. Кошку? Да, да, сначала с кошки, конечно. Все выходите, а тут кто там лежит. Поднимать не обязательно. Поставьте шкаф, люди просят у нас. Присумоним. Ребят, кого сумон плюсуете? А сегодня льдаю, что еще? Оня. Завтра начнем с ИК, потом Груль, потом Магик. Со следующего КД, возможно, что-то поменяется. ИВК! Да, да. С первого трая убьем. 50 из 50, блядь. Так, ребафните, пробафайтесь. У нас два танка. А, Рэм, держишь босса. Паладин, Кошаков держишь. Когда будет фир... Да, 25 ИВК. Когда будет фир, ты даешь главному кошаку стан, то есть под этот фир, чтобы пока мы в фире, мы не бегали нигде, кот не прыгал на нас. Присумывайте остальное. Если я не сдохну, я тотем трепета втыкал. Не, ну тотем трепета по КД, конечно. Засунь за место потрясного одного, а, Элема к нам в пати, ты как раз два ДКшника. Все присты. А, она туда пошла. Ладно, пошлите пока. Голема убьем большого. Приста баф. Сейчас разбафаемся. Идемте большого убьем, потом возвращаемся обратно и убиваем кошку. Разверните его только. Будет дышать стан, дадите или гриб без разницы. Гриб не прошел. Ну ничего страшного. Нихуя не работает. Все, пошлите, возвращаемся. Она как раз сейчас придет, вот опять приста надо сумонить. Присты сразу кидайте по себе антифир. По себе. И на фире кидаете массовый диспел свой. Так, я трэш или босс? Трэш. Масс-баф издайте по пристам, пожалуйста. И рыбку, если можно. Паладин дашь? Или я бичу нам баст? Что дать? Рыбу. А, даю, даю. Кушайте тогда рыбу, вот сейчас он поставит. Кушать. СС и также, конечно. Кто готов вопреть стеночку? Плюс-минус. Антифир раздайте по себе. Его можно убрать, этот шкаф? Нет, он сам пропадет.
Давай-давай, ДКшники, бомжей кастуем. Бомжи пошли. Все кастуйте бомжей. Гера. Мобов клеем убиваем. Все хорошо, играем вот. Ауру коня можно поменять, конечно. Диспетч. Сразу обратно возвращаемся, играем. Так, сейчас появится кошак, паладин, держи его. Можно босса поближе? Паладин, кто на скилле, когда босс кастует фир, вы даете стан мобу. Стан мобу? Масс фиры? Масс диспел, точнее. Понятно, нихуя не работает. Обратно сразу в позицию возвращать. Да я понял, ничего страшного. Ой, лужи, выбежали быстрей. Выбежали. Сакро, естественно. Подожмись в угол другой, Рам, веди бот. Все под морду встали. Да я что-то, блядь, нихуя там вы убили кошака. Таким пати только в РБК, понял, на миликли ходить. Угу. Мишань, если время будет, погнали на РБК, пройдемся быстро. Нет. Умер слабый. У меня время между, блядь, запоем. Каст. Что не въебывайся, а? Идите к ледяному. Вот тебе кожа в ладосик. А, так у тебя Т4. Кольцо танки надо, если надо, рольте. Если не надо, но успех рольте. Я понял. Трал ГЦ. Конечно, скажу. Мечик с духом рольте. Сугроб зацепили сзади. Два танка, работайте. Кожа ролим. Миша, Петя, подведи ко всем. Он там моба бьет. Угу, сори. Красавцы уже мобов чистят. Да мы и ходера так-то без тебя убьем. Да и понятное дело. Большого убьем? Да бей, конечно. Кто-нибудь зацепит, агрить и убивать тут все, что можно. Репу качаем. А где же ключевое слово? Какая репа? Какая репа? Вот, сын Хадира. А зачем она нужна? Уже есть превознесение. Там же чарка вроде. Чарка на плеч. Да шучу, тут никакой, конечно, репа нет, а то будете ходить фарм. Блин, давай потом репу фарм устроим. У нас бы вся гильдия с сынами Хадира была бы тогда, прикинь. Мы сделаем слава рейдеру. Релогнись просто, кто там. Нет, Дэн же бессмертного обещал на этом КД. А когда, Дэн? Такую хуйню все рассказывает. Чё, сегодня бессмертно, да? О, я нет, конечно.
Да, понятно. Ты пока спишь, твои секретари уже там все за тебя порешают. Да, уже рейды анонсят, всю хуйню. Собирай. Кукич, как ты мог? Кукич, ну как ты мог? Я на второй прыгнул сразу. Заберите червей, пожалуйста, рейда. Сейчас поставим шкаф после трэш. Больше я не буду кукич чаровать. Одной рукой играл, сори. Ну, сейчас в ретрик спекнешься. Да, конечно, рейп оф арм. Так, поставьте, пожалуйста, шкаф. Атра, потому что я ваши 30к ДПС не удержу. У тебя два на пулы есть, конечно, но все равно сорвут. Один. Два. Один. Хант еще и рок. Ну, один. И не поспоришь, блин. Теперь вопрос, кто из них не котируется, Хант или рок. Суманите, ребят, кого еще сум? Не хочу ничего про нашего Рэлла, конечно, говорить. На Роге. Если ты не хочешь наговорить, ты можешь написать в белый чат. Белый чат не читается. Ну, знаешь ли, в первой 25-ке там раздают ГП за белый чат. Угу. Прест, тебе там что, пришел суман? Нормально все? Непонятно написал. Еще раз. Релогнись, Прест, у тебя висит сум уже. Он написал еще раз. У него висит сум, он залагал. Пусть релогается. И самогон в ретрика. Трал под дуновение или под эту фигню прожмешь бабл сакру. И РМ, естественно, там тоже. Фрост, возьмите ауру, сдадите еще мастер ауру. ДК вернулся. Жимик, я могу.